Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW X3. Ремонт переда. Ко мне машину привезли уже немного разобранную. Итак, правое переднее крыло буду восстанавливать, левое переднее крыло замена, и основные повреждения — это верх лонжеронов. Эту часть я буду менять, эту с номером буду равнять. Итак, разбираю до конца. Первым делом вытягиваю верхние части лонжеронов. Теперь измеряю по высоте лонжероны и диагонали. Лонжероны на месте, ну а сверху надо подкорректировать. Теперь все на месте. Эту часть, как я говорил, буду равнять. Ну а эту часть я заменю. Удаляю поврежденный кусок. Вместо него варю целый. Сваривать буду с прикрученной частью переда. Здесь я закончил, теперь равняю правое переднее крыло. Крылом я закончил. Теперь мне осталось подровнять вот это место на стоечке. Работать буду со споттером. Стоечку я закончил, и теперь
Я скручиваю все детали переда на место. На этом этапе работа с металлом закончилась, и моя работа тоже. На всю эту работу ушло 19 часов. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!